Старорусский памятник советским авиаторам истребитель МиГ вновь возвращается на привычный постамент. Самолет был полностью отреставрирован на 123-м авиаремонтном заводе. Причем справились ударно практически за полтора месяца вместо запланированных 12. 12-метровая 4-тонная машина выкатывается из корпуса завода с величайшей осторожностью. Поцарапать свеженанесенную серебристую краску нежелательно. Новенький апгрейд заслуженного боевого истребителя должны оценить все горожане. В сопровождении автомобилей ГИБДД габаритный груз был доставлен в сквер на место установки. С помощью подъемного крана его водрузили на постамент и основательно закрепили на стальной конструкции. В ближайшее время завершатся работы по благоустройству территории вокруг монумента. Напомним, памятник, установленный неподалеку от АРЗ 50 лет назад, демонтировали из-за ветхости 16 апреля. Его полномасштабная реставрация проводилась впервые.